В зале тепло, но Игорь Додуров выходит на разминку в шапке и куртке. Необходимо разогреть мышцы, чтобы не травмироваться, и подготовить тело к серьезной работе. Сейчас занимается индивидуально под руководством тренера Виктора Селезнева. Мы за весь год не отказались ни от одного поединка, в принципе. Вот только сейчас как бы начинаем выбирать. Ну, WFA Fighter нам интересен, 65 килограмм. Не так много турниров с такими категориями в России профессиональных. То есть для Игоря это идеальный турнир. Победа зимой в рейтинговом бою стала для Игоря пропуском в основную сетку международного турнира по кикбоксингу серии WFA Fighter. В этом бою мне предстоит соперник с Украины Алексей Белобровко. В принципе, моя подготовка идет хорошо, полным ходом. Я все лето практически тренировался, не отдыхая, то есть не вылазя за, грубо говоря. Провел трехнедельные сборы и в зале за боксы ходил, много спарринговал с ребятами. И здесь, в своем родном зале, в Высоте, я тоже провожу все свое свободное время в тренировках, подготавливаюсь к этому турниру. В последние дни перед боем сверхнагрузок Игорю не дают, нужен отдых. Отработанные серии ударов уже доведены до автоматизма. Бой пройдет 24 августа в Москве. Из защитного снаряжения только перчатки. На ринге профессионалы и решит все мастерство бойца, уровень его физической и психологической готовности. Глеб Парфенцев, Антон Судженко, телеканал 7.